Я был еле цел, но увидел на ее лице улыбку с моим адресатом. Кто-то открыл диафрагму на улице и, обдувая меня пассатом, легким порывом подтолкнул к ней. А мы не виделись несколько дней. О боже, как я сейчас хочу, чтобы она не скрывала чувства и позволила им течь ко мне, чтобы на преткновение камня мы поставили огромный крест и принялись совместно покорять Эверест, страхуя друг друга от схода лавин. Чтобы сложились в целое из двух своих половин, ведь если она мне протянет руки, я утеку вместе с вами, строки. Я до нее напролет дни и ночи искривлял свой позвоночник и писал о других волнующем. Так зачем же мы другую волнующим и осторожно меняем темы? А пусть она скажет ничем не темы, кто подходит друг к другу пиздец как. Вплоть до очереди на крик из детской. Ей можно на меня не гадать и позволить себе пребывать в благодати, которая сама все явит. Карты в чужих руках для меня не судья, ведь я тоже имею карты. И билеты на все плацкарты, но она и тут уже знает все. Намного больше, чем сам я все, и сама говорила об этом. Без нее не альфа, а бета. Кто-то должен был меня раскрыть, она хозяйка моей искры, и пламя пылает уже вовсю. На первый взгляд это снова сюрреализм самой ситуации в целом, но пусть она спросит их там в конце лам. Может, они будут в курсе, насколько плод этот запретный вкусен. Мне интересны ее интересы, словно у нас на двоих одни рельсы, а не только одно направление. Я призываю ее направление к совместному разделу трона. И в своем каждом письме электронном хочу сказать ей намного больше, чем позволяют нам объемы почты. Но она не давала мне знака, и из меня лезет изнанка. Я хочу быть ее другом в другом, в самом что ни на есть дорогом этого слова смысле. Но она словно читает мысли и начинает следить за дорогой, становясь собранной на миг и строгой. Но видя, что я на нее смотрю, отпускает свой образ в трюм, понимая, что он будет ей мешать. Будет жать, и ей захочется убежать, чтобы потом обо всем жалеть и чувствовать, как стало тяжелее идти с этим сумбуром в груди. А сводящий ее с ума эрудит останется в недоумении, в своем этом недоумении довести до конца разговор. Будет украдкой смотреть, как вор на нее в следующий раз, боясь пугнуть снова одной из своих неосторожных фраз.